собственными руками ничего не трогаешь. После того, как вода будет сброшена, мы, согласно своему графику ремонтно-уходных работ, будем выполнять ремонтные работы на перегораживающих сооружениях, на дюкере, на акведуке и все, что требуется по графику. В этом году было подано потребителям более 210 миллионов кубических метров воды. Из них на цели орошения было около 105 миллионов. Остальные миллионы кубометров были поданы на питьевые цели для заполнения питьевых водохранилищ и на нужды промышленности Республики Крым. Площадь орошения увеличится до 44 тысяч гектаров. При этом на рис будет более 6 тысяч гектаров. Соответственно, водоподача по Северо-Крымскому каналу возрастет планово до 270-280 миллионов метров кубических в год за сезон. Кажется, что зимой испарение как бы отсутствует, но тем не менее оно существует. И есть так называемые небольшие технологические сбросы. В целом, КПД использования воды, пришедшей из Днепра по Северо-Крымскому каналу, выше 86%.